Защитить людей от нищеты, а страну от разрушения. Сопредседатель фракции оппозиционного блока в парламенте Александр Вилкул потребовал отменить меморандум, который правительство подписало с МВФ. Соответствующий проект постановления нардеп уже внес в Верховную Раду. Влада нанесла по стране еще один нищевный удар. Опубликован меморандум, который был таємно подписанный Кабмином с МВФ. Украину продали всего за 1 миллиард долларов кредиту. Так, нашій країні потрібні гроші, але треба мати мужність відмовлятися від кредитів на принизливих умовах. Александр Вилкул выступил против планируемой пенсионной реформы и отметил, что согласно меморандуму с МВФ, к концу 2017 года будут сокращены 4% госслужащих, а к концу 2019 еще 10%. Влада зобов'язалась викинути десятки тисяч людей на вулицю, при тому, що там же мільйони безробітних. Я не хочу все перераховувати, але ми вимагаємо від президента, Кабміна і НБУ скасувати та переглянути умови меморандуму з МВФ. Нам потрібен національний прагматизм, а не знищення держави і людей.